Согревающие зимние песни, красочные представления и горящие восторгом глаза малышей – явные признаки того, что самый любимый праздник совсем близко. Считанные дни остались до Нового года. С размахом к встрече готовятся и в городе Щелково. Каждый год тысячи жителей собираются, чтобы увидеть захватывающее шоу, которое уже давно стало яркой новогодней традицией. Декабрь уходящего 2016-го не стал исключением. На стадионе универсального спорткомплекса Подмосковья ждут особого парада – новогоднего шествия Дедов Морозов. И вот один за другим на поле появляется более сотни новогодних кудесников. Такой парад можно назвать настоящим брендом Щелковского района. Больше нигде в Подмосковье мы подобного зрелища не увидим. Ну а в Щелкове считают, больше волшебников, больше исполненных желаний. Дедушкам не чужда дисциплина парада. Маршируют в колонне по трое, не забывая приветствовать ребятишек. И, конечно, очень скоро к своей новогодней свите присоединяется ее предводитель, главный Дед Мороз с неизменной спутницей, очаровательной Снегурочкой. Целых 150 Дедов Морозов встретились сегодня на стадионе. Они приветствуют жителей города и поздравляют их с наступающими праздниками. И, конечно, в окружении такой новогодней свиты выступают самые почетные гости праздника – главный Дед Мороз со Снегурочкой. Готовы ли вы встречи Нового года! Все вместе! Не слышу! Поздравили с наступающими праздниками жители города и другие почетные гости. Ребята, сегодня начало новогодних праздников. Я хочу, чтобы каждый из вас загадал свое желание. И не только ребята, но и взрослые. И это желание обязательно сбудется. Потому что сила нашего Деда Мороза, она усиливается всеми Дедушками Морозами, которые стоят на этом поле. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были все такими энергичными, как вот этот петушок, который сегодня здесь показывает мастерство свое. Посмотрите на него. Он сегодня говорит о том, что он желает вам быть энергичными, дружными, счастливыми. И, конечно же, самыми-самыми добрыми на этой планете. С праздником вас, дорогие друзья! После любимых новогодних песен, энергичных танцев и теплых пожеланий приходит время для самого долгожданного момента. Юные жители города Щелково помогают дедушке зажечь красавицу елку. Как по волшебству загорается не только елочка. Гостей праздника ожидает еще один новогодний сюрприз. В небе распускаются праздничные огни салюта. А ведь это только начало праздника. Впереди еще много веселья, угощений и отличного новогоднего настроения, которое после такого представления придет в каждую семью и уж точно к самим Дедушкам Морозам. Я первый раз участвую в этой акции, впечатления очень приятные, впереди праздники, Новый год, и то волшебство, которое случается, оно действительно приходит каждый год. Шикарный праздник, главное детям, чтобы было весело, хорошая дискотека, молодцы. Очень понравилось, счастья, удачи, добра. Замечательные, самые лучшие, все здорово, спасибо. Все мне понравилось. Мне больше всего салют понравился. Очень понравилось. Так интересно, так весело, заводное такое шоу было, ну здорово, нам понравилось, дети в восторге. Мне очень понравилось. Отлично, нам все понравилось. Что тебе больше всего понравилось? Дед Морозы и Снегурочки. Много Дедов Морозов, салют красивый. Что еще? Сказочных героев. Феерично все прошло, нам понравилось, детям тем более, все улыбались. Всем привет, с наступающим! Александра Гранич, Игорь Поляков, Михаил Черепанов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».